Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы играем в такую вот очень прикольную игру. Игру типа градостроение. Я уже скачал несколько таких вот паков там. Вот этот, сейчас я установленный. Вот вы можете пока что тут посмотреть их тут, прочитать название их тут, которые я тут скачал. Но некоторые я не буду использовать, некоторые я буду использовать уже. Например, как советских. Вот эти вот хрущевки русские, советские будут. Тут машины СССР, а тут дома СССР еще есть. А, вот такие, такой вот прикольный пак на светофоры. На дорогу, возможно, я его уберу. Это еще обязательно, потому что я также хотел еще вот этот пак установить. Но у меня же это ошибка. Также есть такой вот пак на дорожные. И такие вот, такой вот пак на такую дорогу. Значит, сейчас мы с ним сделаем перезагрузочку. Одного там пака, ну, на трамвай эти русские, которые... Они у меня все время вылетали как ошибка. Ошибка не получается установить пак. Точнее, он не установлен. Вот так вот. И давайте сейчас мы начнем. А где мои тут дома? Я их тут понастраивал уже. Ладно, давайте тогда посмотрим. У нас нету. И, как я понимаю, опять сейчас у нас там будет установлено. Так. Вот он. Ошибка, так что ладно. Идите дальше там. Итак, куда тут дальше? Давайте тут, в общем, есть тут разные такие вот дома. Такие вот кусками можно... Тут очень много разновидностей русских домов. Вы тут можете любой взять. Например, вот такие вот можно использовать там, чтобы построить. Или уже готовые такие вот. Например, вот такой вот можно тут вот. Не, хочу, чтобы с подъездом наружу был. Вот так вот. И давайте вот сюда вот, как я там, как я изначально просто сюда вот такой вот. Домик, это один, то есть это первая секция, это вторая секция дома, это вот у нас третья, и последняя у нас четвертая, то есть у нас дома состоят из трех секций, из четырех секций. Первое начало, второе промежуточное, третье опять промежуточное, и четвертое конец. Вот у этого дома, который тут уже построил, точно так же, и здесь его брат, можно сказать, как так, его же тип, так уже повернуть в другую сторону. Первая, вот вторая, третья и четвертая секция. Также тут есть такая вот дорога в виде как парковки. И сейчас мы сюда вот продлим дорогу. Вот сюда. И теперь мы сейчас берем домик. Домик. Где вот этот вот дом? Где? Вот он, вот этот мне нужен. Подъездом наружу это так вот сделано, чтобы было как русский подъезд. Тут русские вот эти вот дома тут. Несколько боков мы сюда продлим. Вот еще дорога парковка. Вот так вот она выглядит. Сейчас мы ее поставим, но мне, к сожалению, нельзя поставить ни одну машину. Они просто выглядят очень как парковки. И это вот мне нравится. Тут можно будет чисто русский, как там, русский подъезд. Ну не, ну посмотрите, дома ничем не отличаются от наших советских каменных. Давайте тогда еще несколько домов. Вот таких вот, например, хочу. Ой, не этот, а вот этот. Да, вот этот хочу. Вот этот вот. Первый, второй, третий и четвертый. Давайте мы уже тогда воспользуемся вот этим домом. Вот теперь вот эти вот можно воспользоваться. Построить его тут вот. И еще его одного сродича, можно так сказать. Вот такого вот можно построить тут.
Вот так. Вот. Нормально. У нас тут уже огромное движение идет. И людям надо где-то работать. Так что, можно, например, знаете, там несколько таких вот... У меня есть вот тут вот... где он? Да, блин, где он? Возможно, он тут ли был? Нет, он не тут. Сейчас. У нас вот какие-то проблемы тут с водой. Не пойму, что тут у нас. Вот тут, может, я его видел. Нет. А где тогда? Я помню, у меня где-то был тут Макдональдс такой. Скачанный. Того можно сказать, а вот он, вот он, вот он, вот он. Сюда вот люди могут приходить, например, и работать здесь. А дальше у нас, понятное дело, проблема с водой. Сейчас у нас будет тут решена проблема с водичкой. Водичку тут нужно людям всем воды дать. Все пить ведь хотят, да? Да, хотят все пить. Все, такой вот у нас прекрасненький домик. Ну, такие вот прекрасненькие подъезды, получается. Дальше. Ну, тут вот я хочу сделать крестообразную дорогу. Вот, но сначала хочу выровнять ландшафт. Вот что это такое? Что это такое? Куча холмов тут некрасивых, которые вообще даже не вписываются. Вот, представляете, сколько мне тут нужно выровнять? Вот это не очень для меня. Вот мой город будет все время так вот быть на... Этих вот холмах, то, что там поезда, машины должны все время вверх-вниз, чтобы нормально жить тут. Это будет не очень красиво. Это, знаете, как Курск. Курск, как мне мама говорила, он всегда он стоит на холмах. И в некоторых случаях там ходить тупо невозможно, чтобы вы понимали. Далее мы вот так. Так. Мы, короче, все это опускаем. Тут это нам не надо. Но далее нам нужно вот этот огромнейший дом взять и скопировать. И сделать небольшой проем. Для... Блин, главное сейчас тут... Главное, чтобы люди сейчас не жаловались на то, что нет воды. А, теперь они еще не жалуются на то, что здесь нет дороги. Сейчас. А, да, точно, я вспомню, этот дом строится кусками такими вот. То есть это не совсем полноценный дом. Этот дом строится, как, так сказать, кусками. Вот это вот мы ставим. Короче, вот эту штучку мы ставим. Это нам надо для парковки. Парковки, потому что, что вы сами понимаете, у нас русские подъезды. Русские дома тут. Такое у нас все русское. Все, теперь мы... Опять мы выравниваем для наших будущих домов. Я тут хочу какое-нибудь красивое такое пересечение сделать, где там дом такой вот идет, и там красиво такой дорога все идет. Ну, там как проспект какой-то там главный, может быть. Конечно же, тут, к сожалению, нет таких вот там баков на советские там электрички, по типу как R2, R200 там, или еще так, и так далее. Так, давайте сейчас мы тут быстренько посмотрим, какие у нас тут дома нужно строить. Так. Вот эти вот. Да, вот эти вот можно использовать тут вот. Сюда, к сожалению, нельзя один впихнуть, потому что там уже и так есть.
А, так, 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 так. А, вот это, вот это, вот это, вот нам подойдет. Во, смотри, как тут идеально сейчас он соединится, будет очень красиво, там можно... Видите, как соединились, прикольно. Подъезды, тут у нас тоже машинки катают там. Все так вот идеально у нас идет, ребята. Идеально все у нас тут стоит. Идеально, ребята, так вот у нас все тут идет, строится тут и так далее. Вот, ребята, вот. Уже на что-то похоже. Они похожи на просто как будто там куча подъездов и все. Вот вам и дома. Вот тут нам нужно другой дом использовать. Так, вот этот вот... Чего? Куда это? Где? Тут пару вагончиков добавить. Вот он. Ну и все, вообще красота, смотрите. Можно еще на центральный путь, может быть, что-то добавить. Ну, Сапшан, наверное, у нас еще... Так, давайте сейчас мы сюда вот... впихнем дорогу, потому что нам без дороги здесь уже не стоит как жить. Все, вот так вот мы ставим. Теперь мы опять же строим тут дорогу, да? Сейчас мы должны вот так идти в три вот этих вот сегментов. Если можно уже так выразиться. Ой, нам нужно вот так вот чуток продлить эту дорогу, потому что это так надо. Чтобы соединять как-то с основной дорогой, вот это вот мы вот так вот простраиваем. Все, ребят. Ого, уже 12 минут, блин, а у меня тут только пару дворов. Вот, ну ладно, ребят. Сейчас вот на этом мы сейчас построим несколько новеньких домов. И мы на этом заканчиваем. Ну, а вы так, ну, вы издеваетесь, еще и этот, блин, забыл про ландшафты. Ладно, ребят, давайте уже все. В общем, всем спасибо за просмотр. Всем так далее. Пока. Ну а сейчас я быстренько дострою последний дворик. Дворик раз. Два. Ну и вот так вот на этом мы можем заканчивать наше видео. Обыкновенной каменной хрущевки. Никак не отличается почти ничем. Но тут не больше всего нравится вот этот вот дом. Соединяется как будто в один. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр и всем пока!